Андрей Молочный. Антон Лирник. Дуэт имени Чехова. А сейчас, дорогие друзья, мы дуэт имени Чехова часто показываем разные профессии. Сейчас, внимание, впервые на сцене камеди случай в кальянной. Кальянщик? Да, кальянщик. Да, я тут. Здравствуйте. Сейчас, подожди, надо место удобное, чтобы ты... Что это? Сейчас, чтобы ты кайфанул, понимаешь? А ну, зажми ногами. Блин, а где трубка? Где колба? А, ё-моё, отдай кастрюлю, сейчас. Можно мне колья... Секундочку, всё, как вы просили. Что вы... Фу, пепел полетел! В ту сторону! Блин, просто сегодня очень длинный такой рабочий день. Я понял. Просто уже сильно... Сейчас в себя, сейчас... Алло, что вы делаете? Ёлки, Элвис пробежал, ты видел? Что это за кальян? Кальян, это да, это вам. Сейчас мундштук. А ладно, бери мой, ты же доверяешь мне. На, давай. Нет, что ж доверяю? Давай, попробуй. Попробовать? Да, давай. Что? Ну как? А какой это? Это... Яблочный? Как? Яблочный? Нет, сейчас. Вот же, ты видишь, как он все перепутал. Сейчас. Как... Ну что, пьяный или что? Не. Картофельный. Какой? Картофельный. Вот такой, попробуйте. На воде? Нет, что это же картошка, на подсолнечном масле. Такой, ну, давай, попробуй. Давай, эту, вот эту, да. А вот эту попробуй. Ну, что вы мне даете? Что это? Да так, пичка у тебя дурью всякая просто. Вы точно пьяный, да? Нет, да, ну пьяный. Как? Ну чуть-чуть, ну еще. Ну были, тут одни были, только что видел армяне. Слушай, вообще, говорит, давай сделай нам на коньяке кальян, сделай. Я подошел, ну, так вот потянул, ну, грамм 300 буквально. Ничего страшного. Дайте нормальный кальян, я покурил, да? Нормальный? Да. Нормальный, сейчас я принесу, сейчас. А вот я принес. Ну, в общем, вы отдыхайте. Да, спасибо. Отдыхайте, да. А я тут рядом. Хорошо. Посижу. Ты че? Да посмотри, я же кальянщик, я же Iron Fingers. А я пепел пальцами беру, смотри. О, что вы творите? Вы мне дырку прожгли! Да ладно, что ты, на войне не такое бывает вообще. Так нормальный кальян мне дайте, как обычный, ну. О! Рекомендую. Как что? Ты мне доверяешь еще? Нет. Ну поверь сейчас, рекомендую. Вот никогда ты не курил такой. Ну. Стой тут. А куда ж ты уйдешь, правильно? Вот. Вот. Какое это? Не смотри в середину. Не смотри, просто попробуй. Просто как, попробуй. Какое это? Я с тобой, смотри, я с тобой. Мы верим друг другу еще? Нет. Один раз. Доверься. Хорошо. Вместе. На 3-4. 3-4. Да. Чего ты не курил? Ну? Не, ну класс, ну не кривись. Что это? Пельменный. Пельменный кальян. Какой пельменный? На майонезе! Старик, ты курил когда-нибудь майонез? Только что вот курил! Да, ты только что курил майонез! Ты понимаешь, это как прикоснуться к недосягаемому, понимаешь? Заглянуть за грани вселенной, понимаешь? Заглянул, да! Ну и что там? Неизвестность! Слушай, это же кайф! Ты его куришь, и там майонез так... Так, все, я ухожу. Я думал, это нормальное, приличное заведение. Вы извините. Старик, я тоже так думал. Я директор этого ресторана, понимаешь? Нас закрывают сегодня, и я решил уже, что так, гульнем один вечер, сделаем беспредел. Я понял, понятно. Все, подожди, смотри. Просто там один человек вот заказал отбивную. Ну, я же просто еще и официант, понимаешь? Он заказал отбивную, а мне нечего принести. Дай мне что-нибудь, я ему принесу, скажу, вот ваша отбивная. Ничего мне нет. Подыграй мне, о! Давай я тебя подведу, просто подведу и скажу, вот ваша отбивная. А ты ему... А ты такой, мол, привет! Давай, я тебе... Ну, пожалуйста. Я ухожу, все, чертовы мать. Ну, чего ты? Чувак, чего ты сидишь? Вон твоя отбивная побежала. Погоняй, давай.